Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Льюис Хэмилтон во второй раз выиграл гран-при гонки Формулы-1, проходившей в Сочи. Он даже заявил, что в России непобедим. Надел ушанку и еще раз объявил. Очень красивая страна. Счастлив, что приезжаю, счастлив, что побеждаю. Россиянин Даниил Квят пришел 6-м, отыграв 5 позиций, но по итогу занял 5-е место после того, как пилот Феррари Райконен был наказан за столкновение на последнем круге с пилотом Уильямс Боттасом. С победы Хэмилтона поздравил Владимир Путин, вручив ему кубок. Сразу после церемонии с брызгами шампанского и громкими поздравлениями Путин отправился на встречу с главой компании Pirelli, производителем шин для болидов Формулы-1 Марко Транкетти, чтобы обсудить вопросы экономики и большие гонки.